Александр Григорьевич, вы недавно вернулись из Москвы, где представили нашу страну на празднике Победы. Поделитесь своими соображениями. Я не знаю, как тут что поделиться. Первое, я там был не один. Там была рота почетного караула. Мои ребята, я вообще очень люблю роту почетного караула. Я их поддерживаю. Это красавцы, лучшие белорусы. Конечно, очень трудолюбивые ребята. Ну и когда эта рота шла почетного караула, я, конечно, встал, те, кто были со мной тоже, и порадовался за наших ребят. Вот это самое яркое мое впечатление. Молодцы россияне, у них же как, 9 мая побоялись провести парад, а 24-го деваться некуда с эпидемией. Но провели, поэтому при этих условиях они очень большие молодцы. Это второе мое впечатление. Ну и после этой пандемии всей, мы встретились со своими коллегами, обсудили многие вопросы, в том числе с президентом России. И он пригласил меня побывать на открытии памятника в Оржеве во вторник на следующей неделе. Мы вот тут выбираем время, как поехать. Ищем момент для того, чтобы поехать и обсудить там же и некоторые вопросы дальнейшего нашего сотрудничества.